Мына есіктен шықпайды, тесіктен шықпайды бәрі. Біз қазақпыз, ешкімді ұрып кетпейді, айтсаңыздар, шығам. Несколько дней родители выпускников обивают порог Южно-Казахстанского университета. Здесь, уверяют мамы и папы абитуриентов, им обещали предоставить государственный грант. Порядка 700 выпускников выбрали факультет физической культуры и спорта, сдали экзамен. Когда пришло время подавать документы на грант, принимать их, по словам родителей, в вузе отказались. Документы на конкурс подают с 13 по 20 июля. Но каждый день мы слышим только одно. База не открывается, не обновляется. Неделю уже так ходит. А прием документов уже заканчивается, если мы не успеем. Родители говорят, сначала их отправили в Южно-Казахстанский государственный педагогический университет. Но там якобы заявили, мол, где сдавали творческий экзамен, там и требуются бюджетные места. На сдачу повторного экзамена у абитуриентов времени нет. Нас нигде не принимают, футболят. Что нам делать? Помогите. По словам прокурора университета ЮКУ, им действительно обещали выделить места для бюджетников, но произошла техническая ошибка. Вначале нам давали разрешение на прием по гранту по специальности учитель физкультуры, но в списке, который затем появился, нас не было. Теперь в каком вузе выделили гранты, тот и будет принимать документы. К сожалению, мы не будем обучать по гранту. Произошла техническая ошибка. Проректоры и родители вновь обратились в педагогический университет, и проблема неожиданным образом решилась. Произошел форс-мажор, но мы разобрались. Все результаты экзаменов сохраняются. Ваши документы будут направлены в наш университет, и мы примем ваши заявки на грант. На грант по специальности физкультура и спорт в Шымкенте претендуют 1500 выпускников. Государство выделило всего 250 бюджетных мест. Родители просят увеличить количество грантов для поступления в спортивные вузы. Страна нуждается в высококлассных специалистах, тренерах и преподавателях физической культуры. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».